Свой путь по направлению к галерее 918 глава муниципалитета Валерий Венцель начал по пешеходной дорожке, которая появилась между зданием Сбербанка и новым торговым центром. Застройщик заасфальтировал народную тропу. Также здесь появились зоны отдыха, детские площадки и освещение. А у главного входа в здание в день открытия малышей развлекал клоун Алекс и проходили народные гуляния. Я всех нас поздравляю с этим замечательным открытием торгового центра, долгожданным. Так долго мы строили и, наконец, построили. Я надеюсь, здесь будет весело. Обязательно. Я надеюсь, что здесь будет интересно и взрослым, и детям. Среди арендаторов – магазины питания, электроники, бытовой техники, одежды и фудкорт. Пока еще не все торговые объекты работают, но их открытие запланировано на ближайшие недели. Уже сейчас здесь можно посмотреть новинки кинематографа в современном шестизальном кинотеатре, где в первый день работы наблюдался большой ажиотаж среди видновчан и гостей города. Красиво и внутри, и хорошо, и снаружи очень красиво. Так что будем надеяться. Кинотеатр у нас теперь есть большой, там несколько залов. Нам понравилось. Я думаю, что это объединит людей в городе, и новый вид досуга для людей будет. Мы просто зашли, посмотрели. Кинотеатр нас больше всего интересовал. Понравился, здорово. Проект был сложным, но компания, взявшая на себя обязательства по достройке объекта, выполнила поставленные задачи. Мы его строили с 2014 года. Вот, хотели сделать такую доминанту в данном городе, чтобы была красота. Наконец, ТРЦ появился в городе Видном. Валерий Венцель напомнил, что завершающийся год знаковый для нашего округа. Мы до сих пор еще отмечаем 90-летие со дня образования нашего Ленинского муниципального района. И это открытие торгового центра именно в юбилейный год – это очень хороший подарок для всех жителей нашего муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.